Да, понадобилась мне вот такая силиконовая лопатка. Но это у нас лопатка оказалась не силиконовая, а просто кусок пластмассы, так сказать. Кусок пластмассы. Здесь мы читаем состав. Сделано из превосходного жаропрочного нейлона. То есть она полностью сделана из нейлона, литая. Никакого силикона в ней нет. Вот, хотя в описании магазина, вот сейчас мы зайдем. Так, как он называется-то хоть? Магазин. Бывший Гудс, теперь это Сбер Мегамаркет. Так, заходим, значит, вот сюда. Нужна мне была лопатка, вот я тут выбрал, думаю, ну ладно, куплю уж. Вот, за 349 дорого, думаю, ну ладно, гулять и гулять. Фирма Тыском и знатная. Вот написано, материал силикон. Нажимаем. Вот она, лопатка. Вот. Я тут думал, что как здесь указано. Вот здесь указано, значит. А, вот ручка пластик. Материал силикон. Вот написано у нас материал силикон. А материал ручки пластик. То есть как бы всем становится. Ну, мне становится, и, наверное, всем понятным, что. Вот эта сама лопатка из силикона должна быть, а ручка пластиковая. Вот в описании это сказано. На фотографии не видно. Так что вот, описание не хотят убирать слово силикон. Вот. Деньги возвращать мне не хотят. Посылают в магазин, в ближайший магазин Эльдорадо, чтобы я ее отдал. То есть они не отвечают за описание товара. И все валит на магазин, что мы здесь ни при чем. Разбирайся сам с магазином, ищи ближайший магазин. Так что нехороший этот магазин, Сбега, Сбер Мегамаркет.